Хороший номер, стандартный. Есть телевидение. Правда, еще не пробовал, но думаю, что есть. Кровать такая вот у нас. Имеется санузел, шкаф, душ, тапочки вон есть. Очень уютно, можно отдохнуть, поспать в тишине. Очень это сейчас не помешает. Собираемся кушать. Думаю, что с едой нас тоже не подведут. В Ноябрьске медикам предоставлены две гостиницы. Всего около 80 комфортных номеров. Проживание по одному в комнате. Мы приняли решение во всех ямарских городах развернуть на базе гостиниц специальные места отдыха с многоразовым горячим питанием. И убежден, что в эти дни мы должны создавать все, чтобы условия работы наших медиков были максимально комфортные. В Новом Уренгое медикам предоставили гостиницу более чем на 40 мест. Пока здесь живут 10 человек – санитарки, медсестры, буфетчицы. Сотрудников кормят 3 раза в день. Кроме этого, местные предприниматели бесплатно подключили в номерах интернет и телевидение. Те доктора, которые работают в инфекционном госпитале, где созданы все условия для работы, не должны идти в семьи отдыхать, потому что в любом случае это дополнительный риск для членов семьи. И мы обязаны предоставить условия. Да, они могут отказаться, право у них такое есть. В этом случае они пишут информированное добровольное согласие. Вот один из наших медицинских работников. Все ли нравится вам? Все ли обустроено хорошо? Может быть, у вас есть какие-то пожелания? Все замечательно, все необходимое. Питание трехразовое. Все замечательно, никаких претензий. Нам все нравится. Отдых замечательный после рабочей смены. Сотрудники гостиниц и сами медицинские работники строго соблюдают меры предосторожности. Персонал больниц перед заездом в гостиницу проходит полную дезинфекционную обработку в медицинском учреждении. Поверьте мне, уже в течение недели практически 60 человек, сотрудников нашей больницы, круглосуточно уже находятся в зданиях этой больницы. Сколько нам еще предстоит здесь находиться, ну, честно говоря, только Богу известно. Но мы готовы пойти на лишения, на свои собственные, лишь бы сохранить жизнь и здоровье вам.